Череду последних звонков в нашем городе 8 июня продолжила прогимназия Геросис Вильтес. И пусть это не 12-классники, а всего лишь 8 классы, это никак не уменьшает важности и торжественности события, ведь впереди у этих ребят не менее важное время выбора и дальнейшей учебы. Сегодня у нас один из самых красивых традиционных праздников прогимназии Геросис Вильтес – последний звонок. 2021-2022 учебный год заканчивает 555 учеников. Вчера вручили 63 четырехклассникам удостоверение о заканчивании начального образования, а сегодня будем желать удачи нашим восьмиклассникам. Конечно, в этом году так сложилось, что официально уроки еще не закончились. Но так как наше сообщество очень дружное и сплоченное, все вместе хотели нашим 78 восьмиклассникам пожелать успеха. А что такое успех, каждый пускай решит сам. Мы считаем, что первый этап закончили успешно, а выбор дальнейший и как сложится путь наших восьмиклассников будет зависеть уже от них. То с удовольствием им желаем наилучшего успеха и удачи в их дальнейшей жизни. Также поздравляем нашего Висагинеса, всех абитуриентов, желая им огромной удачи. Яркий, солнечный и по-летнему теплый день прибавил хорошего настроения собравшимся. Поздравить восьмиклашек, их родителей и учителей прибыло руководство города в полном составе. Сегодня собрались для того, чтобы поздравить восьмиклассников, тех, которые закончили Геросис Вильтес прогимназию, те, которые присоединились, наверное, уже к многотысячной группе людей, которые закончили эту прогимназию, которые гордятся, что закончили ее, которые гордятся тем, что они висагинцы. И хочу поздравить с праздником последнего звонка, но хотелось бы, чтобы этот последний звонок был первым звонком, который призывает к самостоятельному, взрослому выбору дальнейшего пути. Уважаемые сообщества прогимназии Героя Вильтес, не скучайте, что ваши дети сегодня заканчивают 8 класс. Всегда окончание одного этапа есть обычное начало другого. И дети, как и мэр сказал, обязаны быть самостоятельно выбрать свой путь. Кто гимназию, кто профессиональную школу. Всем больших успехов и, главное, своих творческих желаний, чтобы они осуществились. Ну и напутствие от первоклашек всегда самое трогательное. Им еще только предстоит долгий путь учебы, уроки, олимпиады, множество школьных мероприятий и, конечно же, экзамены. Все у них впереди. В школе через густинкой праздник. В 8 классах выпускной. Ну и пусть что первоклассник. Школьный праздник, значит, мой. Подросли, похорошели, поднабрались вы ума. И с любимой нашей школы расставаться вам пора. Мы поднимем настроение, в этот день не унывай. Мы идем на поздравления, 8-классников поздравляем. 8-классники родные, наставлений больше нет. Поздравления принимайте, 1-й класс вам шлет привет. Мы не скажем вам прощайте, просто скажем в добрый час. Приходите, вспоминайте, мы останемся за вас. 1 сентября выпускники Геросис Вильтес встретятся снова. Кто в гимназиях от Гемима или Вердянис, в школе Жибурю или в нашем профессиональном центре, а может быть вообще в других городах. Ну а время, проведенное в родной прогимназии, навсегда останется в памяти как незабываемые годы детства.